Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, коллеги, партнеры. Гости, возможно, есть на сегодняшнем вебинаре. Нас сегодня не так много. По пятницам почему-то днем, скажем так, не такое большое количество людей, заинтересованных в получении дохода, мы видим на наших вебинарах. Но ничего, пришли те, кому интересно, пришли те, которые хотят разобраться, да, либо, скажем так, закрепить свои знания. Возможно, кто-то из вас пробовал привлечь сегодня на наш вебинар кого-то из своих партнеров, новичков. Вот. Прошу вам дать мне обратную связь, вас точнее. Видно, слышно меня хорошо или нет? Можете написать города, из которых вы сегодня пришли на наш вебинар. Так, я вижу, что вроде слышно меня хорошо. Кызыл, предполагаю, да. Дальше Стерлитамак, я вижу, Башкортостан. Рад вас всех приветствовать. Сегодня будем с вами говорить о партнерской программе нашей компании. То есть о тех процентах, которые может получать абсолютно любой человек, занимающийся, скажем так, информационной деятельностью. Да? То есть никому не придется здесь таскать мешки, никому не придется выполнять тяжелую какую-то физическую работу. Если вы сами разобрались в проекте, если вам нравится идея юнистского технологии, которую мы выводим на мировой рынок, да, если вы верите в то, что это состоится, то, по сути дела, вам есть чем делиться с окружающими вас людьми. По большому счету, партнеры компании Skyway Capital именно на этом и зарабатывают деньги, давая информацию окружающим людям, будь то в мире интернета, да, если вы зарегистрированы там в целом ряде социальных сетей, вот, возможно, у вас есть сайт, блог, благо у нас для этого есть инструменты, либо в повседневной жизни. То есть вас окружает какое-то количество людей, ну и в первую очередь, наверное, которым вы желаете добра. Почему я говорю о добре? Потому что любой человек, который сегодня примет участие в нашем проекте, через короткий промежуток времени будет чувствовать себя совершенно спокойно в плане собственных финансов, да? Потому что у нас высокий уровень доходности. Предполагаемая цена каждой акции в 2017 году, когда мы будем демонстрировать уже действующую технологию, $1 США, когда мы выйдем на международные рынки инвестиционные, да, сегодня вы можете покупать эти пакеты акций там стоимостью от нескольких десятков центов за штуку, да, до там буквально 1 цента и менее, в зависимости от пакета, который вы приобретаете. Соответственно, те люди, которые вас окружают, которым вы можете дать эту информацию, да, вы можете изменить качественно их жизнь в ближайшее же время. Я считаю, это благое дело, вот, потому что вы, с одной стороны, помогаете нашей компании, а в недалеком будущем это крупнейшая транспортная компания в мире, да? Потому что технологии, которые мы выводим на мировой рынок, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, 30-50% мирового транспортного рынка в ближайшие там, 5-7-10 лет. Вот о чем мы говорим. И, как я говорил на презентации, стал в последнее время, и сейчас, в принципе, готов повторить следующее, что представьте себе ситуацию, что вы находитесь в какой-либо стране, это конец 70-х годов, к вам приходит Билл Гейтс, к вам приходит Стив Джобс, к вам приходит, скажем так, владелец Amazon.com, Dell Computers там, и еще куча компаний, которые только тогда начали, скажем так, выходить со своими предложениями на мировой рынок, да, и говорят, что проинвестируй на небольшую сумму наш проект, и все, что мы будем делать в будущем, будет приносить миллионы и миллионы долларов. Вот, ты можешь стать очень богатым человеком, ты можешь стать миллионером. Для этого сегодня поучаствуй в нашем проекте. Вот примерно то же происходит сейчас, только технология, о которой мы говорим, жизнь войдет гораздо быстрее, чем все те устройства, которые на сегодняшний день ввело на рынок компания Apple, компания Microsoft. То есть мы знаем, что сейчас фактически в огромном количестве домов, да, находятся компьютеры и по нескольку штук. Хотя огромное количество территорий еще и не компьютеризировано, и есть огромное количество территорий, где нет интернета. Вот. Но транспортом люди пользуются везде. Да, практически везде. За исключением, скажем так, джунглей Амазонии, за исключением африканских саванн, там, где живут племена пигмеев, масаев, кого-то еще, да. Большинство населения планеты, кто-то маломальский, кто-то, скажем так, значительно зависит от транспортной отрасли, по которой мы сегодня с вами, точнее, на презентации мы об этом рассказываем. Сегодня мы говорим о партнерской программе. Давая информацию окружающим людям, вы можете зарабатывать деньги. Как я говорю, зарабатывать деньги нет ничего зазорного, потому что, в принципе, деньги – это не самоцель. Это средство, которое вам позволит иметь в своей жизни то, о чем вы мечтаете, к чему вы стремитесь, помочь вашим семьям, помочь вашим друзьям, знакомым, родным, близким, да, если вы, скажем так, заботитесь не только о себе. Вот. И что очень важно, еще хочу в самом начале нашего вебинара сказать следующее. Смотрите, в мире на сегодняшний день существует там несколько тысяч проектов, да, в основе которых находятся партнерские программы.
Назовем это MLM-бизнесом, сетевым бизнесом и так далее. Как правило, все эти компании приходят на какой бы то ни был рынок уже, скажем так, состоявшимися, то есть у них есть какая-то идея и продукт, у них есть какая-то услуга, и заходя в какую-то страну, либо, скажем так, стартовав, неважно где, они говорят: друзья, у нас есть вот это, да, если вы нам поможете реализовывать наши товары, услуги и прочее, у вас есть возможность при этом создавать свой собственный бизнес, вот, и через клиентские сети зарабатывать деньги. Но, как правило, все эти компании уже, как я говорил, имеют на руках готовый продукт, имеют, да, маркетинг-план. Вот. В этих компаниях существует разное количество маркетинг-планов, они все отличаются друг от друга. Каждая компания говорит, что он уникальный. Продукт, о котором идет речь, Алла, строите большие сети, вам нужно делать многомиллионные товарообороты, чтобы достичь там какой-то вершины маркетинг-плана, да, и только после этого, и то не все компании, а буквально там их может быть несколько десятков, предлагают вам стать совладельцами какой-то части акций этой компании. То есть вам, прежде чем стать совладельцами компании, нужно проделать кому-то год, кому-то 5, кому-то 10. Есть люди, которые в крупных компаниях работают по 15 лет, да, у них хороший результат, они зарабатывают деньги, но они еще не дошли до того состояния, когда им компания предлагает стать совладельцами. У нас же все происходит следующим образом. Вы становитесь сразу совладельцами компании, будете получать доход в дальнейшем от реализации технологий в разных уголках земного шара. Это как бы ситуация напоминает, вы услышали Стива Джобса, стали его инвестором, и каждое проданное устройство типа Apple планшета, да, это iPad, либо iPhone, либо Macintosh, там программы, которые продаются в приложении, App Store там, и так далее, и так далее. Вот от каждой этой проданного, скажем так, единицы товара компании Apple вы бы получали сегодня пусть маленькую, там ноль там и куча-куча, скажем так, еще нали единичка, но тем не менее их продается миллионами штук в год, и вы бы получали серьезный доход. Вот то же самое сейчас происходит у нас в компании, да, соответственно, вы сейчас можете стать совладельцами технологий и из большого количества адресных проектов потом получать доход, дивиденды на те пакеты акций, которые сейчас приобретете. Но помимо всего прочего, в группе компании Skyway с целью, скажем так, стимулирования, можно сказать, мотивации партнеров, которые просто стали совладельцами технологий, есть еще партнерская программа, позволяющая нашим партнерам-инвесторам не дожидаться, да, выхода группы компании Skyway на мировой рынок финансов, на мировой рынок с транспортной технологией, и уже сейчас создавать источник дохода в виде партнерской структуры, которая успешно будет развиваться. Ваши люди будут зарабатывать деньги, вы будете зарабатывать деньги. Соответственно, еще до выхода компании с технологией на транспортный рынок и на рынок инвестиций, вы будете состоявшимся успешным человеком. Итак, коллеги, переходим непосредственно к партнерской программе. Предлагаю, если вопросы какие-то у вас возникнут, в конце мне их задать. Вот, я постараюсь говорить недолго, я постараюсь, скажем так, не привязывать вас к себе сегодня там на часы и так далее. Единственное, хочу напомнить, что сегодня у нас еще будет вебинар в 19 часов. Григорий Мирошниченко будет проводить мероприятие, посвященное как раз-таки методам, способам, да, создания партнерских структур. Вот, как работать с людьми, как давать информацию, как стать успешным в этом направлении. Об этом сегодня расскажет Григорий Мирошниченко в 19 часов в Москве. Еще хочу добавить, вы, наверное, заметили то, что у нас появился целый ряд мероприятий на целом ряде европейских языков, да, то есть два раза, я знаю, в апреле месяце будет проводиться вебинар на французском языке, это состоится, по-моему, 12 и 20 числах, вот, у нас каждую неделю проходит по три вебинара на венгерском и словацком, словацкий для Чехии и Словакии, да, вот, у нас проходят вебинары на эстонском, на следующей неделе его не будет, возможно, он будет тоже два раза в месяц проходить пока. То есть по мере наработки партнеров в Эстонии будет увеличиваться количество вебинаров для этой аудитории. Следите за информацией. В разделе расписания вебинаров личного кабинета можно найти, когда, в какое время, какой вебинар будет проходить. Итак, коллеги, партнерская программа компании Skyway Capital – отличная возможность создать источник дохода сейчас, не дожидаясь выхода группы компании Skyway на мировые рынки транспорта и инвестиций. То есть единственный очень важный момент – в процессе создания и построения своей структуры партнерской желательно, чтобы вы людям говорили правду, чтобы вы ничего не придумывали, ничего не утаивали. Да? Если есть какие-то условия в нашей компании, чтобы зарабатывать деньги, важно, чтобы человек, прежде чем принимал решение, эти условия знал.
Вот. Не нужно ничего наворачивать сверху, да, то есть сделать, скажем так, бутерброд с икрой еще более вкусным, благодаря каким-то своим информационным подсластителям и так далее. Это лишнее. Потому что если вы что-то соврете, вы знаете, в партнерских программах, в партнерских структурах легко это выявляется, и потом вы теряете доверие. Потерять доверие при построении партнерской структуры – это, наверное, самое страшное. Потому что когда вы строите бизнес по партнерским программам, вот, все люди, пришедшие к вам в структуру, они добровольно это делают, да. Заставить кого-то делать то, что он не хочет, вы не можете. И если вы где-то прокололись, да, оказались, скажем так, не совсем искренне, не совсем достоверно дали информацию, дальше восстанавливать, скажем, свой авторитет проблематично. В некоторых случаях, если вы сделали что-то серьезное, серьезную ошибку, невозможно. Вот я вас от этого предостерегаю, поэтому работайте с людьми честно. Давайте информацию, скажем так, ну, в должном объеме, не нужно сразу вываливать все, что вы знаете. Приглашайте людей на презентации, которые у нас проходят в вебинарной комнате, да, это понедельник, четверг, например. Приглашайте людей на живые презентации, если в вашем городе таковые проводятся. А у нас, как правило, в начале каждого месяца делается рассылка по базе и прописывается, когда, в какое время, в каком городе у нас проходят мероприятия, живые так называемые, да, куда вы можете прийти сами, пригласить ваших друзей, знакомых, родственников, которые проживают вместе с вами в вашем городе. Вот. И потом, после данных мероприятий, люди могут задать тем, кто проводит это мероприятие, вопросы, и после этого принять решение. Итак, коллеги, 6 квалификаций в маркетинг-плане компании Skyway Capital. Недавно их было 5, то есть дополнения буквально были 3 недели назад. Так вот, первая квалификация – партнер, вторая – консультант, лидер, мастер, эксперт и топ-эксперт. Каждый человек, который зарегистрировался на сайте компании Skyway Capital, по чьей-либо реферальной ссылке, он становится клиентом. Вот. Клиент – это тот человек, который имеет свой личный кабинет, да, может ходить в него то количество раз, которое посчитает нужным, знакомиться с информацией на сайте компании Skyway Capital, задавать вопросы службе технической поддержки, есть окошко там, да, где можно обратиться в службу технической поддержки из сайта, из личного кабинета. Он может задавать вопросы нашему отделу информационной поддержки в Москве в рабочее время с 10 утра по Москве до 19. Вот. Также он может, скажем так, задавать вопросы тому человеку, который дал ему реферальную ссылку. Дает ли это, скажем, гарантию, что любой зарегистрированный станет покупать акции, да, и двигаться по партнерской программе? Нет. У него есть право выбора, то есть он сам может взвешивать, надо ему это или не надо. Хороша ли жизнь у него сегодня настолько, насколько он мечтает? Нужны ли ему дополнительные деньги для того, чтобы заработать? Да? Вообще, стремится ли он к тому, чтобы проинвестировать пусть незначительную сумму своего дохода, какой-либо прибыльный проект, чтобы потом жить безбедно. То есть, ну, вы знаете, да, у людей свои взгляды на жизнь, поэтому сказать, что все 100% должны прийти за вами и стать инвесторами, ну, это было бы, наверное, неправильно, покривить душой. Итак, любой клиент, который зашел в раздел реферальной ссылки в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, вот, видит перед собой баннер, да, на котором написано, для того, чтобы данный раздел был вам доступен, вам необходимо заключить договор, то есть агентское соглашение. Агентское соглашение – это взятие вами небольших обязательств, да, на себя, то есть касаемо вашего дохода. Если вы, ознакомившись с договором, принимаете решение, то есть ставите внизу, нажимаете на кнопочку, что вы согласны. Для компании это является сигналом, что вы принимаете эти условия, после этого сайт прогружается, и вы получаете доступ к реферальным ссылкам. Реферальные ссылки – это как раз-таки тот инструмент, который позволяет вам их давать вашему окружению, будь то, как я говорил, в мире обычном, друзья, соседи, знакомые, родственники, коллеги по работе, партнеры по бизнесу, вот, либо в мире интернета. Но без интернета вы не обойдетесь, потому что, скажем так, даже если вы перепишете свою реферальную ссылку на бумажке, да, вы все равно ее должны будете как-то передать своему другу, знакомому там, и так далее. Поэтому, как правило, все эти реферальные ссылки мы отправляем посредством мессенджеров, таких как Skype, там Mail.ru агент кто-то может пользоваться, в Фейсбуке, есть там Google+, Hangout, там, ну, куча программ, да, благодаря которым вы можете эти ссылки отправить своим друзьям, знакомым. Просто сообщение в соцсетях, просто сообщение на электронной почте. Итак, если вы уже подписали агентское соглашение, вот, и имеете эти реферальные ссылки, вы начали их давать своему окружению, кто-то из этих людей зарегистрировался по вашей рекомендации и приобрел какой-либо из пакетов акций нашей компании. Соответственно, когда вы стали партнером на первую квалификацию нашего маркетинг-плана, за информационную деятельность компания вас вознаграждает в виде 15% от созданного товарооборота в первом поколении. То есть все люди, которые зарегистрируются по вашей реферальной ссылке и купят что-то из нашей компании, любой из пакетов, от $15 и более, да, компания с этой суммы вам перечислит 15%. Если по реферальной ссылке ваших
партнеров, которые под вами зарегистрировались, кто-либо зарегистрируется, да, и приобретет для себя какой-либо из пакетов акций компании Skyway Capital, то со второго уровня вы получите 4%, соответственно, 2% вы получите с третьего уровня и 1 с четвертого. То есть у вас есть 4 уровня глубины, с которых вы можете получать проценты. Это для партнера. Как правило, на квалификации партнер находится большое количество людей, которые, в принципе, особо не собирались строить какие-то большие партнерские структуры, но не прочь зарабатывать какие-либо деньги. Да? Там, раз в неделю, раз в месяц. Они готовы людям рассказывать, они не готовы, скажем так, посвящать большое количество времени нашему проекту, но, тем не менее, не прочь заработать денег чуть-чуть. Да? Кто-то, может быть, даже это делает для того, чтобы вернуть хотя бы сумму, которую он проинвестировал в наш проект, но любое движение в этом направлении, оно, скажем так, оправдывает себя. Итак, коллеги, квалификация партнер. Важно сразу хочу сказать, отметить, что 100% положенного вознаграждения, то есть 15%, например, да, вам начисляется на бонусный и столько же на акционный счет. Бонусный счет – это тот счет, с которого вы можете вывести деньги, да, заработанные, и использовать их там, где вы считаете нужным. Вы можете с бонусного счета покупать пакеты акций, вы можете бонусный счет, бонусные деньги передавать своим партнерам, да, если возникает такая надобность. Такая функция у нас в личном кабинете есть. Акционный счет – это тот счет, с которого вы можете только покупать акции. По сути дела, акционный счет сегодня – это подарочный счет от компании. Она еще, скажем так, помимо того, что начисляет вам бонусы на бонусный счет, дает вам денег, которые вы можете, скажем так, проинвестировать в любой из пакетов на светло-серо-зеленом фоне, не акционные пакеты, и увеличить портфель инвестиций в нашем проекте. Это будет не всегда. То есть, возможно, уже недалек тот час, когда процентное начисление, скажем так, на акционный счет будет меньше, чем 100%, да, от тех денег, которые вы должны получать на бонусный счет. Но когда это изменится, мы вас об этом обязательно оповестим. Пока и туда одинаковая сумма. Квалификация консультанта. То есть, чтобы стать консультантом, подняться еще на одну ступеньку по карьере, необходимо выполнить три простых условия. Первое из них. Сумма ваших личных инвестиций в нашем проекте должна быть не менее $100. Да? В вашем первом поколении должно быть не меньше двух людей, которые сделали то же самое, проинвестировали наш проект на сумму $100 и более. И суммарный товарооборот ваших инвестиций первого поколения должен достигать не менее $300 США. По сути дела, ваши 100 и $100 двух людей в вашем первом поколении – это и есть $300. Когда вы выполняете три этих простых условия, то вы становитесь консультантом, и у вас идет следующее начисление от структуры. 15% с первого поколения, уже 5 со второго, 3 с третьего, 2 с четвертого, и добавляется еще пятый уровень, с которого вам выплачивается 1%. Вот таким вот образом. Следующая квалификация маркетинг-плана компании Skyway Capital является лидер. Здесь также есть три условия, которые необходимо выполнить. Первое условие. Сумма личных инвестиций должна быть не менее 200. В вашем первом поколении должно быть не меньше трех человек, которые сделали товарооборот личный 200. Да, и суммарный товарооборот вашей структуры первого поколения и личных инвестиций должен быть не менее $2000 США. Как только это условие выполняется, то вам присваивается квалификация консультанта. Вот, и идет увеличение процентов, получаемых вами от структуры. Как это выглядит? 15 первого поколения, с этого момента у вас уже 7% со второго, 5 с третьего, 3 с четвертого, 2 с пятого и 1% с шестого. Эти проценты вы будете получать, когда станете лидером. Следующая квалификация, называется она мастер. То есть мастер, вы понимаете, да, то есть это определенная ответственность. Как правило, предполагается, что мастер – это тот человек, который уже умеет делать очень многое. Да, это тот человек, у которого есть большая структура. Тот, кто помогает развиваться другим, вот, знает, как это делать, что очень важно. Да, и уже умело управляет собственным бизнесом. Итак, когда сумма ваших личных инвестиций достигнет $1000 США, когда в вашем первом поколении будет не меньше трех человек, которые достигли квалификации лидер, вот, и суммарный товарооборот вашей личной покупки и первого поколения достигнет $5000, вам будет присвоена квалификация мастер. И в этом случае, помимо 15% с первого поколения, 7 со второго, 5 с третьего, уже 4 с четвертого, 3 с пятого и 1 с шестого, вы еще будете получать по половине процента с 7, 8 и 9 уровня. Это то вознаграждение, которое компания начисляет
Люди в квалификации мастер. Я думаю, что ничего сложного, что вот сейчас вот я рассказываю, нет, да? Описание маркетинг-плана, кстати, вы можете найти непосредственно в личном кабинете в разделе «Инструменты партнера». Первым пунктом идет партнерская программа. Да? Там вы можете зайти, посмотреть, по каждой квалификации почитать. Еще, мало того, скачать вот те слайды, которые я сейчас вам демонстрирую. С целью дальнейшей демонстрации этих слайдов тем людям, которым вы хотите донести информацию о нашем проекте, о выгодах сотрудничества, о тех деньгах, которые они могут зарабатывать вместе с нашей компанией. Итак, квалификация эксперт. Пятая ступенька карьеры, которая была когда-то, скажем так, высшей ступенью нашего маркетинг-плана. Для этого необходимо сделать следующее. Ваш личный товарооборот должен достигать $5000 США. У вас должно быть не меньше 3 мастеров в структуре, 2 из которых обязательно должны быть в первом поколении. А третий может быть в любой глубине, но не входящий в структуру первых 2 мастеров. Когда это происходит, вы становитесь экспертом, и у вас видоизменяется процент с первого поколения, он становится 16. Вот. 7% со второго, 5 с третьего, 4 с четвертого, 3 с пятого. Далее идет 1% с шестого, по полпроцента с седьмого по девятый. И у вас добавляется 11 уровней глубины, с которых вы можете получать по 0,2% от товарооборота, создаваемого вашей структурой. Это квалификация, называемая эксперт. И высшей, скажем так, ступенькой маркетинг-плана нашей компании, да, это серьезный, скажем так, объем работы, это серьезные инвестиции, личные в первую очередь наш проект. Называется она топ-эксперт. Сумма личных инвестиций $10000. В первом поколении должно быть не меньше 3 экспертов. Здесь опять возвращается, скажем так, жесткая привязка к первому уровню. Вот. И суммарный товарооборот вашей структуры в первом поколении и вашей личной закупки должен быть не менее $30000 США. Происходит данное событие, да? Вы получаете квалификацию топ-эксперт, и у вас добавляется в глубине с 21 по 24 уровень по отношению к эксперту выплаты в виде 0,1%, и в первом поколении, да, будет не 16%, а 17%. Остальные проценты такие же, как на эксперте. Вот, по сути дела, на пальцах, да, разложенный, изложенный маркетинг-план компании Skyway Capital. В данной таблице он тоже весь прописан фактически. То есть вы видите, да, квалификации, уровень, партнер, консультант, лидер, мастер-эксперт, топ-эксперт. Вот. Личные инвестиции на каждой квалификации прописаны на голубом фоне. Начиная с консультанта 100, потом идет 200, 1000, 5000, $10000. Объем товарооборота первого поколения на партнере абсолютно не важно. Начиная с консультанта 300, 2000, 5000, 10000, 30000. И проценты, да, то есть партнер получает до 4 уровня глубины, вы видите на светло-голубом фоне. На бежевом консультант до 5 уровня глубины, светло-сиреневый. Лидер до 6 уровня, светло-салатовый, салатовый цвет. Мастер до 9, желтый эксперт до 20 и до 24 уровня. Голубой фон, топ-эксперт. Данная табличка, по сути дела, дает понимание всего маркетинг-плана. То есть просто сначала мы говорили наглядность, как это достичь, ну, графически показано. Теперь, друзья, в компании Skyway Capital есть еще, скажем так, отдельное дополнение к маркетинг-плану. Вот, оно вступило в силу фактически с марта месяца сначала. Это дополнительный бонус тем людям, которые активно развивают бизнес, и у них, скажем так, активно ведется работа в первом поколении. Это хороший бонус, потому что вы можете по данному бонусу к тем положенным процентам в первом поколении, от 15 до 17, да, вы видели, зарабатываете еще от 1 до 3%. Как это происходит? То есть, если у вас в течение календарного месяца в первом поколении были осуществлены 4 покупки какого-либо пакета, да, вы получаете по 15% с первых 4 транзакций, да. Как только покупается пятый, за него уже начисляется 16%, если вы в квалификации до мастера включительно, да, вот. И за предыдущие 4 добавляется 1%. Далее, если вы продолжаете строить бизнес, у вас продолжаются покупки в течение того же календарного месяца, 6, 7, 8, 9 пакет. Вам платят за них уже по 16, но 10 пакет появляется, за него идет начисление 17%, и за все предыдущие 9, которые были до этого момента, еще начисляется 1%. То есть фактически это соответствует ситуации, что за все купленные 10 пакетов вам начислили по 17%. Далее 11, 12, там, вплоть до 19 по 17% вы получаете. Как только происходит покупка 20, если вы успеваете в течение календарного месяца, соответственно, за 20 вам начисляется 18, за предыдущие 19 пакетов начисляется дополнительная транзакция еще 1%.
каждая последующая покупка после 20-го пакета, да, за нее начисляется 18%. Это если вы в квалификации мастер. Соответственно, в квалификации эксперт начинается все с 16%, да, и заканчивается 19% с первым поколением. Если вы топ-эксперт, ну, насколько я знаю, сегодня пока еще их нет, то вы сначала получаете 17%, потом 18%, потом 19%, и далее 20%. Какие условия получения этого бонуса? Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца, это я уже говорил. Несколько пакетов могут быть куплены одним человеком. То есть он может купить 1 числа, 2 числа, 20 числа, 35 числа, да? Вот, извините, такого не бывает, но сам факт. Он может купить, и, скажем так, даже по нескольку в день, то есть какой-то купил утром, какой-то вечером, все это вам будет считаться. Вот. Для получения бонуса учитываются те пакеты, которые люди покупают в рассрочку. Вот. Соответственно, если у вас в первом поколении есть ежемесячное какое-то количество людей, которые оплачивают целый ряд рассрочек, то вы выигрываете. Почему? Потому что все пакеты, купленные в рассрочку, идут в зачет, и вы получаете не 15%, не 16%, а может быть и все 18%. Да? Вот такой вот бонус. Пакеты могут быть куплены как новыми людьми, которые к вам приходят, скажем так, просто сейчас регистрируются, что-то покупают, так и теми, которые зарегистрированы с самого начала деятельности нашей работы компании Skyway Capital. Вознаграждения за этот бонус также идут 100% на бонусный счет и на акционный счет. Вот такой, скажем так, хороший бонус. На данном примере, на данной странице рассмотрен пример. Если, скажем, в вашей структуре, в первом поколении, куплено 22 пакета стоимостью по $50, данный пример корректен до квалификации мастер включительно, потому что он начинается в виде с 15, 16%, 17% до 18%. То есть для квалификации эксперт и топ-эксперт будет немножко по-другому. Итак, за первые 5 купленных пакетов вы получите $40 в вашем первом поколении. За последующие еще 5 вплоть до 10 вы получите $45. Еще потом за 10 пакетов, которые будут куплены в вашей структуре, вы получите $95, да? Вот. С учетом уже бонусов, которые будут раздаваться. И 2 пакета, которые будут куплены, вот здесь вот 2 шарика еще есть после 20-ки, вам начислят за это $18. То есть суммарно вы заработаете из товарооборота $1100 в вашем первом поколении сумму, равную $198. Ну, я считаю, что это довольно приличная сумма. Какие у нас есть условия, да, и выгоды нашего маркетинга? Если говорить об условиях, то маркетинг-план накопительный. Это очень важно, кстати, это большой плюс нашей программы, потому что вам не нужно каждый месяц, да, заботиться о том, что вы недовыполнили какой-то там товарооборот личный, либо какой-либо товарооборот со структурой и так далее, и так далее. Вот. Квалификационным у нас считается первый уровень, то есть привязка жесткая, еще более жесткая, чем когда-то было в нашей компании. Вывод средств вы можете осуществлять только тогда, когда на вашем счете накопится сумма не менее $30 США. Условия роста квалификации, объем личных инвестиций, инвестиций партнеров первого поколения. Сумма в $15 может вам обеспечить доход там, $50 в месяц, $100, $1000 в месяц. То есть проинвестировав незначительную сумму, у вас есть возможность строить серьезный бизнес и получать очень серьезные деньги. Высокий процент выплат до 20% с первого поколения и, скажем так, до 7% с глубины до 24-го поколения вашей структуры. Никто вас не может ограничить в количестве партнеров, которых вы можете пригласить следом за собой в данный бизнес. Важно, чтобы вы могли, скажем так, уделить внимание каждому партнеру. Вот. Важно, чтобы вы помогали им развиваться. Здесь нет цели, скажем, переписать весь земной шар посредством интернета, да? Иметь огромное количество людей, которые, извините за выражение, тупо не разобрались ни в чем. Никто не инвестирует, просто у вас зарегистрировано немеренное количество потенциальных инвесторов. Лучше взять нескольких людей, объяснить им всю суть, помочь им стать инвесторами, помочь им начать зарабатывать деньги, да, то есть давать информацию вместе с ними тем людям, которым они хотят ее донести. Научив этих людей делать простые шаги, вы можете взять себе еще людей новых, зарегистрировать по своей реферальной ссылке еще и так развиваться, как мы говорим, поступательно, да, то есть и в ширину, и в глубину. Бонусное вознаграждение, как я уже говорил, начисляется вам и на бонусный счет, и на акционный счет. По большому счету, информация, которая посвящена маркетинг-плану нашей компании, ну, наверное, она и вся. Да, если у вас есть какие-то вопросы, я готов сейчас на них ответить. Вот. Пишите, если таковые имеются. То есть не стесняйтесь, потому что самый глупый вопрос, в принципе, в этой жизни, это тот, который вы не задали. Да, потому что вы не получили ответ на этот вопрос, и информация у вас зависла. То есть вы находитесь, как говорится, между небом и землей. В разрешении какой-то проблемы, вопросов и так далее.
Ну, смотрю, что как бы пока никаких вопросов не появляется. Все понятно получается, да? Сложностей никаких. Вот те, кто находится сегодня в комнате, поставьте, пожалуйста, цифру 1, кто активно строит партнерскую структуру. Давайте с вами так вот, ну, на чистоту. И цифру 2, те, кто присматриваются, сомневаются и так далее. Ага, Сергей, вижу. Артем присматривается, сомневается. Вот, если, кстати, Артем расшифрует, сомневается он или присматривается, будет вообще здорово. И Евгений тоже. Так, Юлия строит, молодец. Так, у Сарии, да, один человек. Ну, один человек это уже, скажем так, вас двое. То есть, Юлия 20 человек пока, но тоже хорошо. Поймите правильно, 20 человек это уже хорошо, это команда. Вот. Предполагаю, что далеко не все из этих 20 человек строят бизнес, но ничего страшного в этом нет, потому что вы понимаете, да? Активно развиваться и двигаться, скажем так, в направлении создания партнерской структуры будут далеко не все. Как показывает практика, таких людей будет, ну, порядка 10%, иногда бывает меньше. У вас может быть большое количество инвесторов, да, которые просто пришли в наш проект, они могут даже просто, не заключая партнерского соглашения, просто становиться инвесторами, да? И вам за них просто будут начисляться проценты. Плохая ли эта ситуация? Ну, в принципе, нет. Заставлять уговаривать людей, да, какими-то правдами, неправдами, уплюшивать их на то, чтобы они пытались сделать то, что им не нравится, то, что они, скажем так, сомневаются или что-то еще. Возможно, они не хотят учиться создавать партнерские сети и прочее, прочее. Не всегда благодарная работа, точнее, в большинстве случаев она оборачивается вплоть до того, что разрывом отношений. Поэтому, скажем так, уговаривать никого не надо. Как правило, если образуется какое-то количество людей, которые разбираются в проекте, и они, может быть, даже были скептиками вчера, но в итоге принимают решение, да, вы знаете, есть такие люди, консерваторы, вот, они консерваторы как бы по жизни вот везде. Но бывает, что консерватор разберется в возможностях, которые представляет наша компания, и он становится консерватором уже, скажем так, с плюсом, то есть он консервативно подходит к тому, что наш проект несет благо, что наш проект дает возможность заработать, да, и он уже консерватор в другом направлении. Но, конечно, таким людям надо просто понять, разобраться. Они, как правило, всегда, скажем так, ценят свою точку зрения, то есть передавливать тоже не нужно. Потому что я знаю, я работал долгое время в сети, я часто видел людей, ходящих, знаете, с глазами как тарелки, вот, и доказывающих всем и вся, что если они не зарегистрируют сейчас по его реферальной ссылке, то их жизнь будет всегда серой, мрачной, вот, и вообще, скажем так, будут ли они жить через год, вряд ли. Можно такое утверждать. Вот вам такими становиться нельзя. Фанатизм, он везде вреден. Чем бы вы ни занимались, да, что бы вы людям ни предлагали, там, самую прекрасную возможность, нужно быть не фанатом, наверное, а экспертом, да, спокойно об этом говорить. Если вы спокойно будете относиться, если не, вы не будете дрожать над тем, что вот тот человек не подписался, елки-палки, какое горе, знаете, вам проще будет работать, вот, вам проще будет строить структуру. То есть за вами придут те, для которых вы будете являться авторитетом и лидером. Да? Вот. Но, соответственно, если, скажем так, есть какие-то изъяны в биографии, да, и как бы так всякое случалось, и все-таки у вас небольшой круг людей, которые считают вас авторитетом, значит, надо будет поработать немножко над собой. Такой этот бизнес. Знаете, люди даже в наш проект идут, как правило, если говорить о получении дохода. Технологии, да, это хорошо. Но если говорить о доходе в партнерских программах, люди идут за людьми. Поэтому станьте человеком, за которым будет иметь смысл идти, да, и будет движение. В нашем городке многие не знают, что такое струнный транспорт. Смотрите, Сария, вот я вас вижу на презентации не первый раз. Для того, чтобы люди в вашем городке узнали, что такое струнный транспорт, вот вы мне можете ответить, что вам нужно делать для этого? Вот напишите вот то действие, которое вам нужно делать, чтобы люди узнали о данном, о технологии там Юницкого и так далее. Как вы думаете, вот? Что самое простое вам необходимо сделать? И, кстати, я бы хотел узнать, вот вы зарегистрированы наверняка, есть ли у вас, скажем так, живой наставник, живой в каком смысле? То есть, что вы зарегистрированы по чьей-то реферальной ссылке, не просто под компанию, и есть человек, который вам эту ссылку дал и пообещал, что здесь все очень классно. Вот мне бы хотелось сейчас это услышать от вас. Вот. Есть ли какие-то вопросы, вот, кстати, те люди, которые написали двоечку, да, присматриваются? Евгений, Артем, если вы еще с нами здесь, Евгений, Артем, вы сомневаетесь или присматриваетесь? Артем уже, по-моему, сбежал, нет? Может, я ошибаюсь? Ну да. Артем поставил двоечку и убежал.
Значит, сомневается. Но это тоже нормально. Есть ли какие-то еще вопросы? Я так понимаю, если Илья сейчас пишет, вот, то кто-то, может, из вас поинтересуется еще чем-то. Я могу сказать следующее, Илья. Смотрите, для того, чтобы в вашем городке кто-то узнал о нашем проекте, то вам либо надо давать ссылки и приглашать людей на вебинары. Смотрите, Илья, флаеры – хорошая штука, да? Вот. Но как бы вы живете в городке, написали, да, Туймазы. То есть Туймазы, нефтеоргсинтез, там, либо нефти там чего-то, нефтехим, который производит кучу углеводородов, да, вплоть до ТЛО. Вот. Смотрите, флайеры, как бы, хорошая, наверное, штука, но вот проживая в больших городах, я просто видел, что люди, работая в каких-то MLM-проектах, раздают кучу там листовочек, в которых людям обещают, что высокие возможность высокого дохода, там свободный график, не нужно там специального образования и так далее, и так далее. Они раздавали их тысячами. Вот, как правило, по этим флаерам, да, или там распечатанным объявлениям, выход был там процентов, наверное, да какие 10, там, наверное, 1% только кто звонил, вот, а из тех, кто приходил на встречу, я думаю, что и 0,5%, наверное, не было, да, поэтому просто раздавать флаера, ну, наверное, не самый лучший выход. То, что девушка из Киева, я понимаю, да, соответственно, у вас есть скайп, правильно? Вот, раз у вас есть скайп, лучшее, что может сделать, скажем так, вам наставник, это проводить, например, трехсторонние встречи в скайпе, это элементарно организовывается. Важно, чтобы вы были готовы предоставить этому человеку того, кого она может познакомить с нашей возможностью. Еще очень важный момент, вы можете приглашать людей в вашем городке на наши вебинары по понедельникам и четвергам, например, да, там, где просто дается презентация проекта. Я не могу сказать, что они сразу же, послушав информацию, загорятся как свечи, да, и тут же скажут вам: сырья, блин, мы ваши навеки, вот все деньги, которые у нас есть дома, и так далее, и так далее. Но просто презентация – это то место, на котором у человека, скажем так, происходит понимание чего-то, вот, это точка, где люди либо принимают решение разбираться в информации, о которой они не знали, либо они как бы пугаются, вот как Артем написал, что он сомневается, исчез, да, вот. Также и люди могут, да, покивать даже, они вот, есть большое количество людей, которые, я думаю, никто меня не будет ругать, которые врут. Вот. Причем они врут, скажем так, подспудно, абсолютно не понимая, что они этим занимаются. Что это за люди? Это люди, которые вас знают, вот, которые с детства не привыкли говорить слово «нет», да, которые сомневаются во многом, вот, которые понимают, что это страшно, да, стать инвестором какого-то проекта. Вот. Но признаться вам в том, что они боятся чего-то, они не могут. И они вам могут обещать следующее, сказать, что вот вы им дали информацию, они говорят: ты знаешь, да, мне нравится, я вот скоро разберусь, тебе позвоню. И потом пропадают. Вот. А вы начинаете их как бы так дергать за нитки, искать где-то, разыскивать и так далее. Вот этого тоже делать, наверное, не нужно, да? А нужно делать следующее, что поговорили с человеком, если он пришел на презентацию, либо пообщался с вашим наставником, лучшее, что вы можете сделать, это назначить время следующего разговора с этим человеком. Если он в это время не проявился, лучше, да, один раз вы можете позвонить, уточнить, что с ним случилось. Причем даже просто можете задать вопрос: скажи, пожалуйста, ты обещал в это время быть там-то и там-то, все в порядке, ты жив-здоров, а то я переживать за тебя стал. Вот. И если человек начинает скользить, ну оставьте его в покое, берите следующего человека. То, что люди боятся потерять деньги, это было, это есть и это будет всегда. Да? Те, кто боятся потерять деньги, если вы читали книжки Киосаки, они их теряют. Вот. Человек, боящийся потерять деньги, эти деньги теряет. Ну, это доказано жизнью, скажем так, целого ряда поколений людей, проживающих на планете. Вот. Ваша задача – делать отсев сырья. Вы даете информацию, крутят вам у виска, это их проблемы, да? Вот. Показывают на вас пальцем и говорят, что вы ненормальные. Всегда себе носите мысль о том, что палец, смотрящий на вас, он один. Как правило, три пальца у этих людей всегда смотрят на них. То есть ненормальные, соответственно, кто? То, что люди теряют, вот опять же, да, много людей участвуют в проектах, которые называются хайпы, то есть все бы хотели зарабатывать деньги, ничего при этом не делая, да, то есть там, где обещают проценты большие, положи $100, и через 3 месяца у тебя там будет $1000, вот люди туда несут. Почему? Потому что любят халяву, не хотят ничего делать. У нас, если вы ничего не будете предпринимать, ну никто вам процентов не заплатит, потому что никто за вами не зарегистрируется.
Это я считаю нормально. Юлия спросила, что оформленные в декабре и ноябре прошлого года не имеют права на участие. Вот не могу понять пока, о чем речь, да? Вот, если про рассрочку вы имеете в виду, и принять участие в чем? Чуть-чуть шире, Юля, хорошо вопрос? Поэтому, сырья, я вам еще раз хочу повторить. Девушка, которая в Киеве, ну, по крайней мере, она вам обязана тем, что она вас зарегистрировала, это, по сути дела, ее обязанность вам помочь развиться. Если у девушки в Киеве нет, скажем так, времени и так далее, постарайтесь найти ее наставника через нее, по крайней мере, да? Возможно, наставник этой девушки вам активно будет помогать в скайпе. Вот. Отлично, что она вам помогает. Соответственно, вам нужно делать то, что я вам сказал. Приглашать людей на презентации онлайн, общаться с наставником. Если, скажем так, вы будете приглашать людей на презентации, и тут же после презентации будет трехсторонний звонок. Вы в Туймазах, она в Киеве и тот человек. Но есть вероятность, скажем так, что человек может принять решение. Потому что вы знаете, да, закон сохранения информации 72 часа. То есть, если вы человеку дали какую-то информацию, что-то он, скажем так, через сутки еще будет помнить, через 72 часа он практически напрочь забыл то, что с ним произошло. Да, да, Юля, вы правы. То есть, в принципе, пакеты, которые вот, в принципе, вот те пакеты сеньор, старт, бизнес и стабильный, да, в том виде, в котором они есть сегодня, на котором есть акция действует, это с 25 января. До этого там были немножко другие пакеты, да, соответственно, те, кто зарегистрирован, купил пакеты с 25 января по сегодняшний день включительно, акция действует. Для тех людей, кто купил пакеты до того, да, действует другая акция, что вы можете оплатить рассрочку досрочно, вот, и с тем же дисконтом, с которым вы приобретали те пакеты акций, купить себе следующую. Причем, сразу хочу сказать, да, раз, скажем так, досрочно, вы погашаете рассрочку, и у вас есть возможность себе выбрать пакеты с тем же дисконтом. Соответственно, данная возможность наверняка будет предоставлена, если вы просто рассрочку выплатите вовремя. Потому что разговор о том, чтобы людям давать тот же дисконт, да, если они оплатят рассрочку, был в самом начале. И если вы оплачиваете не досрочно, а вовремя, вы точно так же, скажем так, надежный плательщик. Условия, которые предлагала компания, это раз в месяц ваши платежи, если вы их сделаете там до октября месяца, высока вероятность, что вам будет предложен тот же самый дисконт. Поздравляю вас, то, что вы закрыли три рассрочки досрочно. Соответственно, вам в первую очередь скоро будут оформлены сертификаты. Сначала Skyway Capital, а потом перенесут данные по вашим купленным пакетом в корневую компанию, и вы сможете, если понадобится, заказать себе сертификаты уже корневой компании. Вот. Итак, коллеги, если у вас вопросов больше нет, хочу только поблагодарить за то, что были сегодня на нашем вебинаре. В 19 часов сегодня не упустите возможность пообщаться с Григорием Мирошниченко, да, с интересным человеком, с лидером, который умеет, скажем так, строить партнерские структуры, развивать бизнес. Вот. Он многому может научить. Также у нас будет целый ряд вебинаров в воскресенье. Ну и следите за информацией. Скоро будет отправлена рассылка, я думаю, сегодня, может, понедельник утром, по мероприятиям на следующей неделе. Ну, либо в разделе расписания вебинаров вы можете всегда найти, когда, в какое время, какой вебинар нашей компании состоится. Всем хорошего завершения пятницы, всем отличных выходных, здоровья, любви, денег. Вот, и до новых встреч на наших вебинарах.